Так, новый челлендж. Ага, тут проехали. Тут тоже. Так, а здесь что у нас? Ага. Так, успеем или не успеем? 15 секунд уже. О-о-о-о-о-о, здорово, 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 ребята. Может быть, мы успеем? Давай, 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 пожалуйста. Нет, а что ж ты будешь делать? Вон где финишка-то была. Ладно. Да что ж ты будешь делать? Давай еще раз. Все, поехали, погнали, погнали, ребята. Да ё-моё, задел головой. Так, ну я понял, понял как. Что делать здесь? Так. Перепрыгнули, отлично. Так, здесь просто проезжаем. А, нет, взорвался я. Да, к сожалению, здесь финишку ты не получишь. Если там не было закрыто все. Так, здесь едем. Так, кстати, ты заметил, что секунды-то у нас пошли? А почему? Так, давайте переиграем. Странно. До этого секунды не шли, а сейчас идут. Может быть, успеем. Давайте попробуем. Так, вот тут перепрыгнули, фух. Это самое сложное было. Все. И спускаемся вниз. Так, 25 секунд. Вот, выполнили челлендж. Молодцы. Так, ну что, ребята. Играем за бога, и мы пробуем щелкнуть читера. Осталось у нас здесь немножко. Да ё-моё, всё что-то он не может перепрыгнуть. Давай, давай. О, да-да-да-да, последняя, последняя. Ах ты, ё-моё. Да, но это же читер. Как же я мог забыть? To be continued. Продолжение следует, ребята. А, эти же заморозились. Так, разморозка. Ага. Так, а здесь что такое? А, этот замороженный остался. А ну, давай посмотрим. Ё-моё, как тяжело с этим замороженным-то бегать, с нубиком. Ой, какая у тебя сила, какой ты мощный, слушай, а? Чё мне с этим? А как мне этого нубика разморозить, интересно? Мне нужно разморозить нубика. Он же еще и тяжелый такой. Может, он сейчас раз... Может быть, мы... Как бы, видишь, зима? Зима. $80? А что прокачаем? Давайте прокачаем энергию. Так, и 80 осталось. И прокачаем ботиночки, чтобы быстрее бегать. Поехали. О! Чуть-чуть быстрее стали бежать. Так, и у нас энергия, да, прокачана? Хорошо. Энергия, это очень хорошо. Чтобы мы больше могли пройти. Так, какой-то зомбарь лег что-то. Ты что, отдыхаешь, что ли? Иди, иди отсюда. Так, на, щелкнули мы его, пошли дальше. Ой, сколько тут зомбарей? 4 бакса, так мало. Все, закончилось у нас. Давайте прокачаем меч, увеличение скорости меча. Так, пока месть, все, давай, поехали. Как у нас меч? Ну, чуть-чуть стал быстрее. Не особо быстро, конечно, но пойдет. Так, еще последний. О, сразу зомбаря мы зафигачили и этот ящик. Ага, зомбарик, зомбарик, зомбарик. Да, смотри, зомбарик меня ранил. Наверное, может нет. Вот здесь прям вообще молниеносно заканчивается у нас скорость. Да, надо прокачать энергию. Как раз у нас есть деньги, прокачаем. Хорошо. Все, энергии должно хватить. Нифига, как же она тратится, энергия, ребята. Просто она уходит в лед. Ну, потому что нубик тяжело сидит там. Поэтому ему, конечно, тяжело бежать. Все это. Все эти километры. Я хочу до вот этих сундуков дойти. Но, видимо, никак. Хотя энергию я прокачивал. 176. Ну, давай ботинки прокачаем. Да. Более быстрее начнем бегать. Иди, а ну. О, да. Чуть-чуть быстрее стали бежать. Чуть-чуть быстрее, как раз. Это мне поможет.
Видишь, я успел добежать, они еще пока даже ничего не сделали. Я хочу до тех ящиков дойти и разбить их. Потому что мне дадут денег кучу. О! Все, закончилось. $148 мы заработали, ребят. Всего $242. Поехали на такой тачке. Так, вот у нас бригада сзади едет. О, бежит. Надо, чтобы они нас не догнали. Будем стараться. Ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, мы уже нормально такие деньги заработали. И получается, мы можем скоро новую машинку открыть. Новую зомби-машинку. Ой-ой-ой, главное не разбиться. Все, едем. Сейчас короче сделаем. Все, вторая база, отлично. До второй базы. Главное нам до третьей базы доехать. Так, птичку берем. Есть, лотеричка, хорошо. Потому что можно лотерею почти выиграть 500 монет. А это, ребята, очень много. Это очень много, 500 монет. Так, мне нужно еще дубл-киллы сделать. Убийства. Двойные убийства. 50 штук. Тогда нам тоже дадут монетки за это. Так, ладно. А ну-ка, дубл килл есть? Нету. А, трипл килл. Трипл килл, то бишь, троих убил я. Так, лотерейный билетик я не смог взять случайно. Не получилось. О, дубл килл есть. А ну-ка, давай посмотрим, сколько дубл киллов я сделал. А, 45 дубл киллов. Ох-ох-ох, еще 45 дубл киллов сделать. Дубл килл. Много, короче, не знаю, почему такие задания сложные дают. Я в шоке. Так. Во. Ну, да, трипл килл. А, трипл килл это когда я три штуки убиваю. А мне три штуки не надо, мне нужно две. Так, четвертая база, да? Угу. Так, тут больше будут денежку давать. Вот на этой базе. Так, а ну-ка, я хочу этого взять. Слушай. Блин, лотерейный, да, есть лотерейные билетики. Мы получили. Хорош. О, тихо-тихо, главное не разбиться. Так, уже 300. 300 брейнс. Брейнс это мозги получается. Так. Ох ты, два раза я взорвался. Да, меня сейчас сожрут. Да, сожрали, и мы заработали с вами 319 монет. Всем привет, ребятки, вы на канале Duda Play, и мы играем в Hills of Steel. Давайте выберем наш маленький танк Джокер. И пойдем немножко сражаться. Ой, какой он маленький, ребята. Какой он все-таки маленький. А у меня что, нету этих сверхспособностей, что ли? Так, ух ты, ё-моё. С одного выстрела он меня зафигарил, прикинь. Офигеть. А почему? Давай классический тогда пойдем. В зимнюю войну. На вот этом Джокере. Усилитель. А, собить карту, чтобы открыть. Фига, 20 стоит этих кристаллов. Не. Ладно. Давай так, поехали. Не знаю. Джокер вообще, смотри, он маленький, капец. Вот это танк. Малышок. Совершенно. Так, а ну что у нас там? По здоровью. Так, ну этого мы уничтожили. Капрал, смотри, подняли. Сержант. Второй лейтенант. Первый лейтенант. Капитан. Майор. Так, тихо. Есть попадание. Так, полковник. О, генерал-майор. Генерал-лейтенант. Так, попадание есть? Сейчас ждем, подожди. О, попадаем. Все, разбили. Наконец-то мы разбили этот танк. Едем. Едем. О, вот этот гаденыш стреляющий. Ладно, мы его быстренько щелкнули, ребята. Едем дальше. Так, вот этого сейчас попробуем. На тебе ракетки, говорю. Патрончики. Так, а тут два целых. О, тут целых три. Не знаю, зафигачат меня или нет они.
Вроде бы как нет. Все, уничтожили мы этих плохишей. Так, вот эти пошли. Тихо, тихо, тихо. Готов. Вот такой вот маленький Джокер уничтожил такой большой танк, представляешь? А, я смотрю, у него перезарядка очень быстрая. Вроде бы как. Вроде бы как быстрая перезарядка, но это не точно. Раз, два. Да, быстро очень стреляет. Он, видимо, маленький. Но его способность быстро много стрелять позволяет ему неплохо-таки выигрывать. О, видал? Тихо, тихо, тихо. Видишь, как стреляет? Ну да, но один бы урон, один бы удар бы в Джокера бы. Но от этого большого танка Джокеру не посчастливилось бы. Ох, тихо, 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 тихо. Так, есть один, готов. Так, нет, надо, нельзя туда идти. На, взорвись. Все, хотя бы одного мы взорвали. Да, так я и думал, ребят, так я и думал. Тридцать 36 монет заработали, нифига.